Впереди у нас целая неделя праздничных выходных дней, и белореченцев ждет насыщенная программа мероприятий. Откроет череду торжеств главное первомайское событие – демонстрация в честь Дня весны и труда. Праздничная колонна с флагами и транспарантами начнет движение в 9 утра от улицы Шалимова по улице Ленина до городского парка. В праздничные дни с 1 по 4 мая в Зеленом театре будут звучать популярные патриотические песни – джаз, рок, народная и инструментальная музыка. Свои творческие подарки зрителям преподнесут лучшие цирковые и самодеятельные коллективы района. 4 мая здесь же состоятся конкурсы чтецов и бардовской песни. В эти же дни юных белореченцев встретят герои волшебных сказок. Не заскучают в выходные дни и поклонники спорта и здорового образа жизни. 3, 4 и 6 мая их приглашают на соревнования по легкой атлетике, дзюдо и дартсу. 5 мая во знаменование Великой Победы белореченские спортсмены примут участие во всекубанской эстафете.